среду в Самарской области пасмурно, пройдет снег, местами сильный. Температура воздуха в дневное время 0 плюс 2 градуса, ночью минус 3, минус 5. Ветер усилится, северо-западный, подует со скоростью 7-9 метров в секунду. В Сызрани солнце проглянет сквозь облака, пройдет снег, днем 1 градус тепла, ночью минус 5. Ветер северо-западный, скорость 9 метров в секунду. В Тольятти тучи, осадки в виде снега, днем нулевая температура, ночью минус 5, северо-западный 9 метров в секунду. В Самаре пасмурно и снег, днем 0, ночью минус 4 градуса, ветер северо-западный 7 метров в секунду, атмосферное давление пониженное, 733 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 82%, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.